субботу на ТВ Рус. Прощай меня! Она с детства боялась воды. Но ради роли она смогла перебороть свой страх. Это эффект разорвавшейся бомбы. Ее знакомые говорят, внутри нее спрятан стальной стержень. Придется, Коля, нам вместе одно дело вытягивать. Какое? Еще быстрее работать. Сам Шолохов признавался, Хитяева сыграла лучше, чем он описал ее героиню. А мне в топилочь еще крестов нахватать. Я сейчас генерал. Диктовать свои правила она привыкла и в жизни. Кремень. Что у нее там, плохо ли, хорошо, она слезы распускать не будет. Ей подчиняются даже самые сильные мужчины. Она не очень любит начальство. Она с большой иронией к ним относится. Очень легко может поставить на место любого. Высшее руководство страны благоволит красавице-актрисе. Мы жили всегда. Ну, вообще у нас все было, но мы жили очень скромно. Неукротимая и непокорная. И не хватаюсь, и надо выбирать те роли, которые тебя устраивают. А просто абы сниматься, да мне не надо это. «Казачки не плачут». Людмила Хитяева. В субботу на ТВ Русь.